Привет всем пользователям etlb.ru, меня зовут Роман Гудсайт, и теперь давайте поговорим о товарищеском матче, о первой игре сборной России под руководством Станислава Черчесова. Эта встреча пройдет в Турции против местной национальной сборной, и у России, ну, впрочем, как и у Турции, совсем мало времени после матчей предыдущего тура для того, чтобы подготовиться и как-то особенно настроиться на это товарищеское противостояние. У России сильно изменился состав в сравнении с тем, что был на чемпионате Европы, и многие футболисты, которых вызвал Черчесов, и которых он наверняка захочет попробовать в этом матче, они выходили на поле вечером в воскресенье. Игра против Турции уже в среду, то есть наверняка все-таки будет слишком много замен, похоже, этой встречи, потому что отыграть все 90 минут будет, ну, просто физически сложно любому игроку, который был задействован в этих самых воскресных матчах. Что мы ждем от сборной России, что мы можем в этом матче такого особого отметить? Мне кажется, что все-таки в плане эмоциональном, наверное, должны многие футболисты, особенно те, которые предыдущим тренером сборную не призывались, ну, как-то постараться себя проявить. Но для меня абсолютно очевидно, что это не будет игра на результат. Поэтому что-то может получиться, что-то может не получиться. Никто не будет из-за этого убиваться, хвататься за голову и говорить о том, что там возможное поражение — это какая-то катастрофа. Поэтому мне кажется, что сборная России должна быть в эмоциональном смысле раскрепощена. И тур, которые, на мой взгляд, все-таки посильнее российской команды, и они, по идее, должны являться фаворитом, они именно в этой связи могут столкнуться с проблемами, потому что соперник мотивирован, соперник может сыграть расслабленно, соперник может сыграть вдохновенно, и все это, на мой взгляд, завершится в ничью. Есть такое ощущение, что никто не станет убиваться, и вот эти вот масштабные перестановки, которые могут произойти по ходу матча, они скорее помешают тому, кто в счете ведет, добиться результата. Потому что, когда так много перестановок внутри команды по ходу одного матча, то стабильно отыграть от и до, я боюсь, что никому не получится. И поэтому не исключаю, что в этом матче все завершится именно в ничью. Коэффициент хороший, вероятность событий, на мой взгляд, достаточно высокая. В общем, как всегда, смотрим матч и, естественно, искренне желаю всем удачи. Счастливо!